Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Последняя на сегодня посылочка. Это четвертая. Конечно. Получил я ее от канала Захидный Кельт. Благодарны за небольшую рекламку. Спасибо большое. Очень приятно получить подарок. И подарок этот у нас пришел с Украины. Видите, Укрпошты. Давайте вскроем и посмотрим, что же там внутри. Ссылочку на канал я оставлю в описании. Кто еще не успел подписаться, заходите, подписывайтесь. Тоже интересный очень канал. Так, давайте я ускоренно распакую эту коробочку. Итак, распаковал я конверт. Давайте посмотрим. Кстати, у меня вот есть вот такая вот монетка. Это 50 грош 2009 года. Я хочу разыграть эту монету на канале Захидный Кельт. Я в описании поставлю ссылку. Вам надо пройти, подписаться на канал, кто не подписан. Ну, в основном все подписаны уже. Ну, кто не подписан, подпишитесь. И напишите комментарий. Участвую и страна вашего проживания. И в ближайшее время мы разыграем эту монету. Так, это вот 50 грош. Польша, 2009 год. Все стороны. Также монетки здесь. Это 5 крон. Польша. 2016 год. Следующая монета. Это у нас 5 грош. 1999 года. Следующая монетка. Еще одна 5 грош. Это 2017 год. Вот интересная монета. 10 грош. Спасибо большое. Очень приятно. И, кстати, очень приятно то, что это совсем из другого государства. Такой подарок. Это вообще замечательно. 1 грош. Так, 2017 год. Так, смотрите, есть такой вот жетон метрополитена Киев. Вот такой вот интересный жетончик. И вот такая вот монетка. Я не могу понять, это или сувенир... Это сувенирная монетка, наверное. Что это? Здесь это изображено как 50 центов. США, 1973 год. Вот такая вот она мизерная. Ну, я так понимаю, это, наверное, как сувенир какой-то. Но ее размер, давайте с одним грошем сравнение вы видите. Да, это просто что-то с чем-то. Это просто какой-то мизер маленький. Меньше я такого еще никогда не видел. Такая вот маленькая. Следующая. Ну, кто знает, напишите мне в комментариях. 2 гроша. Какой год? 2014 год. Больше. Так, следующее. Это у нас идет какая-то замечательная монета. 2016 год. 1 крона. Также 2 кроны. И последняя монетка. Это у нас 10 крон. Да, и еще хочу напомнить, сегодня я сделал 4 распаковки, и получается вот этот третья распаковка именно с розыгрышем. Там, посмотрите, если кто пропустил, кто не досмотрел, можете поучаствовать также в розыгрыше. В ближайшее время я проведу розыгрыши, если там победитель будет проживать в России, он выиграет именно монету, которая анонсировалась. Если в Украине, то получится какую-нибудь монету от канала «История в монете». Если в какой-либо другой стране, ну, вы сможете эту монету подарить или родственникам, проживающим в России, или дружественным каналам из России. Им будет тоже очень приятно получить. Так что посмотрите, не забудьте предыдущие ролики. Так, ну, вроде бы все, что я хотел сказать. Спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Оцените ролик лайком или дизлайком.
кому как нравится. Всем пока. И так-то лайк. Все, всем пока.